Всем привет! Я все-таки подстриглась. Страшно было, но решила. Сделала я каскад. Смотрится вот так. Ну, сильно длину я не стала состригать. Мне девочки многие посоветовали, что лучше резко не делать, чтобы не было стресса. Постепенно. Мне очень нравится. Я давно хотела именно так. Получилось. Ну, а челку буду растить потихоньку. Крутиться. И троем третий, второй припев. Это мы удачно Втроем же. зашли. Третий. Я предлагаю. А я уже ничего не предлагаю. Смотри, первый я, потом ты, потом втроем, потом Катя, и втроем. Все. Все, решили. Классно. Смотрите, они нам сейчас споют. Это Так, здорово. все. Сделаем это. Давайте вперед! Ну вообще вот я хочу с дуэтом-то. Вы знакомы, Катя, с Пашей? И вот Ксения нам присоединяется. Это девушка, которая меня стригла. Она живет в городе Ярославль, работает в салоне Романс. А где он? Около Рио? Рядом с Рио, да. Рад, Торговый рядом центр с Рио. Рио. Так что кто живет в Ярославле, это вообще здорово. Заходите. Можно туда, да. Вообще классно стрижет, она очень классно. А поет, сейчас проверим как. Я возьму карандаши, нарисую яркие цветы, желтый, красный, голубой. Как красив наш дом земной. Красоту не передать всеми красками опять, как прекрасен мир вокруг. Нарисуй, попробуй, друг. Я люблю так шелест листьев, танец ватных облаков, слышать звонкий гомон птичек, взмах морозной кисти завитков. Я люблю так шелест листьев, танец ватных облаков, слушать звонкий гомон птичий, взмах морозной кисти завитков. Морозным утром на стекле, кто рисовал так на окне, рисунок блестками узор, припорошен серебром. Снежинки падают, кружа, коврами ровными ложась, сияют ветки хрусталя, стоят березы не дыша. Я люблю так шелест листьев, танец ватных облаков, слушать звонкий гомон птичий, взмах морозной кисти завитков. Я люблю так шелест листьев, танец ватных облаков, слушать звонкий гомон птичий, взмах морозной кисти завитков. Спасибо, классно. На самом деле это новая песня, написала слова Катя, Паша музыку. Спасибо, ребят. Ты такая красавица. Спасибо. Подними камеру повыше. Вот так вот на улице смотрится.